Всю еду продать, потому что... Потому что у тебя персонаж не ест? Нет, потому что у меня есть... Я, короче, там заполнение... Типа, я выиграл... Ну, тоже я помог, типа, богу. Я не знаю, как его называть, короче. Маг какой-то, он мне дал рог изобилия. Ничего который бесконечную еду дает. Мне кажется, самое нормальное было. Только там еще была бесконечная бутылка водки. 5000 монет. Седло. И все. И можно было еще ничего не брать. Но если будет задание, чтобы дать кому-то поесть, я не смогу ничего дать. Хотя вот, если я дам рог изобилия, но я надеюсь, он не использует. Оу. Я почему я гнилое мясо не могу продать? Да. А, у него деньги закончились, понятно. Бомж. Приходила бы лебеда за покупками сюда. Да-да, это я. А где банк там находится, ёпарасота? Я же такой камерлен, ё, няшки служащий, который выплачивает награды за заказы.